По передней ноге надо тебе будет? Не, зачем? Достаточно так? Да. Сверлим, пилим? Не, не площадку, просто штангу. Что? Стой. Воровник. Ну, ты же сказала, крыжодина. Будешь что-то где? Так, надо прикинуть, где сверлить. Ну, так я и говорю, прикинуть, где сверлить. Надо штангу положить и примерно померить, чтобы оно было где-то вот тут. Вот так. Поставь штангу туда. Наметим примерно. Вот так, да? Вот так. Да. Того, да? Где тут он? Вот он. Ну что? На сколько ее надо, блин, углубляться-то? А на сколько вот эта штука длиной? 80? Тут метр. На метровая. Вот. Значит, где-то вот так надо и копать на нее. Что, так мало? Ну да. Не могу. Нет сил ждать больше все.
что ты туда-то переставил? У нас так, а это у нас снаружи будет или да, внутри? Снаружи. Снаружи? Или внутри? Наверное, снаружи. Я так думал, что снаружи. Я думал, что. Я тут это приварил, а все остальное. Я думал, что снаружи. А ты как мерил-то? Че мерил? Так ему же надо с этого. С этого. Ты мерил-то со столба? С какого просто столба? Стол. А еще плюс это. Поместится там. Нет, вот я ничего надо не понял, что я сказал. Поставить и со скамейки попробовать. Ну, да. Вот. И берем. Оп. Ну, это высоко. Еще. Чуть-чуть надо, сантиметров 10 надо. Ну. Бурим или долбим? Наверное, бурим, да? Попробую эту кувалдочку. Где кувалда? Там? Наверное. Топор не прошел дар. Но. Где это чуть повыше? Хорош. Уходит? Да. Ну так надо примерить сразу. Об этом же и речь. Бляха, муха смыла. О. Нет, еще. Чуть-чуть. Еще, пап, чуть-чуть, потому что я же не вытяну ее отсюда. Да, он ее будет сгибаться этим. Че? Хорош, хороший, хороший. Да, хороший. Точно? Да, хорош. О, отлично. Отлично. Уровень. Давай я пока подолблю. Еще.
Хотя тут эти, они, может быть... Еще. Не знаю. Хорош. Пошла жара, да? Еще может? Ну еще разок прям. Отлично. А? Вот пушка? Отлично. Закапивай. Что, прям так? А горизонт? Вертикаль. 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 Не, вертикаль надо. Тоже. Почему? Вот. Это крутящийся. Стационарный. Ну так. Ну, и сразу же этот помер, что это. Кого? А, ну да. Что, засыпаем? Да. Пипец, завод куда земля делась? Или хватает? Или хватает? Еще подолбать бы ее. Бурилку? Да. Ну, может, купим? Бурилку? Не такую, а эту. А может, купим просто другую? О, четко. Осыпал? Да. Я все сбил. Это у нас уже это профессиональная привычка. Так оно глиной утрамбовывается нормально. Квадратные это самое. А, затычки? Ну, не затычки. Но. Со списанным хромом. Вообще, да? Ну? Бери оттуда. Наверное, чуть подальше, да? Ну так, да, на уровне. На уровне столбов ставь, чтобы стойка была. Да, вот это надо. Стой. Блин. Не, да лучше тут. Вот, отлично. Отлично. Ну-ка. А? Удобненько? Угу. Ай, тут, блин. Только вот так. Что это значит? Узко. Узко. Bye.
переделать. Ну что ты там повис? Ну снова. А я думаю. Удобно? Удобно. Но прям есть цикот на это, прищемить. И, наверное, надо было делать внутрь, по-хорошему. Нет, тоже мешать будет. Или нормально, да? Нормально. Руки не шире надо, нет? Оно по-разному, и так, и так. Вот, а если бы оно было бы внутрь, тогда руки, они бы не давились бы об вот эту вот штуку. Ага, тоже правильно, да? А оно, получается, ты сидишь и на этот накладываешь, и оно щемит здесь. А так бы оно не щемило бы. А палки переставить местами. Так они уже забиты. Да есть. Они же не вросли, корни не пустили. А вдруг уже с корнями, хрен его знает. Поставили, раз, расшатали. Ну что, переставляем? Угу. Чуть пошире. Угу. Копнем одну, да? Угу. И внутрь переделаем. Ну зачем? Не будем? Переделать, поставить. Чё? Да блин, я не понял этой темы. Не понял? Ну, подожди, вот я беру. Вот она у тебя этот самый. А так она у тебя не будет. С чего она не будет-то? Ну вот, ты, вот у тебя рука будет. Ну. Вот у тебя рука будет. Ну. И ты ее поставил, все, рука у тебя об это вот не будет касаться. Вот. Ну. Так она об эту будет касаться, какая разница-то? Нет, она не так будет касаться. Ну вот я сижу. Тоже будет касаться. Да тоже так же будет касаться. Какая разница-то? Ну, давай вот это перекопаем. Судя по всему. Вот. Заметь, ну. Да, блин, надо, наверное. Вот, на 10 сантиметров надо. А вы, надеюсь, наверное, не двинете. Из-за того, что там дырка? Да. Мы сейчас ее засыпем, забьем и как новую землю. Вы прикинули, сколько где же это? Ну вот тут вот, что, рядышком. Переверни, там же есть этот самый. Да что там ее мерить-то, блин, ну 10 сантиметров, ну вот, вот тут будем так копать. Откуда сейчас вы засыпете и откуда будете? Опять тут же вырвем. Бери. Дурилку. Ну. Или что, или переставляем на... Да, вот здесь. Вовнутрь. Не знаю, как хочешь. Ну что ты там тыкаешь? Пофигу. Ты не пофигу. Блин, какой это. Может вот это пройти туда? Yeah.
зашипана вообще, блин. Да нет, вроде нормально шла. Так, еще раз. Вот я кладу. Ну, и что? Так получается, вот так кладу, да? Угу. Так вот. Вот так кладу. Ну, может быть, и да. Что, переставляем? Ну, ее расшатай чуть-чуть. Ну, хорош, хорош. Что, не хорош? Я ж туда ее прямо вставляю. Шик. 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 Правильно? Да. Оп, ее даже сбивать дальше не надо, да? Наверное. А, и это. Приложи посмотреть вообще сколько. Это. Ну отлично. Огонь? Да. Так. Да, все отлично. Так. Здоровый. Вот тебе здоровый. Там забивать надо. Давай меряет вот эту штуку, а я ее трамбую. Она по высоте мы померили? Нет. Ну, может быть, да. Иди, Пашка, уровень тут мерей. Да не могу, блин. Мама приехала, не плакали. А когда приедет? Потому что мне интересно, как твоя мама тебя чувствует. А ты как грубишь. Очень хорошо. Иди поставим. Сука, будто кто-то курица палит. Свинюху какую-то. Чуть-чуть подальше к тебе. Временную площадку сделать. Да. О. Ну, не площадку. Огонь. Просто. Да. Огонь. Нету никого.
постоянного чем? Временная. Отлично. Сюда надо ром подсунуть, потому что нас пытается. Хотела. Да, кстати, обедать хотим. И пошире, да? А? Пошире. Ну, пошире, да. Пониже надо. Подзабить. Подзабить, да. Да, Ромка? Да. Кинь эту красную. Красную палочку. Права. Не могу. Да. Отлично. Всем спасибо. Это не изыски, это просто уже другой тренажер будет. Да. Да. Другой тренажер, другие мышцы. Вот, все.